Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас очередной обзор на замороженный корм от компании AquaMenu Midi. И начнем с самого интересного. На данном блистере пишут производители: быстро замороженный натуральный корм для пресноводных и морских рыб крупных размеров. Рекомендуется чередовать так-то. Ну, это дальше уже не совсем важно. Ключевая фраза здесь для рыб крупных размеров. В принципе, корм неплохой. Но вот этот вот, вот эта вот надпись крупных размеров не очень актуальна в плане того, что данный корм достаточно мелкий. Мало того, что он мелкий, он сделан не как-то мусорно. Плохо, конечно, ругать производителя своего отечественного, но хотел бы вам все-таки его показать. И показать, чем он мне не нравится. Почему я его называю мусорный корм? Потому что там реально ошметки от мидий. Если мы перевернем этикетку, здесь будет подробная инструкция. Ну, даже не то, что подробная, просто инструкция, рекомендация. Как обычно, данный корм хранят в холодильнике, второй раз его не замораживают, замораживают только один раз. Можно давать, и точнее даже нужно давать его именно в неразмороженном виде. Повторная заморозка запрещена. Срок хранения до 18 месяцев. Выглядит блистер от компании AquaMenu. Вот это вот получается этикеточка, да, она вот так вот сверху здесь. Вот так. Такие небольшие кубики. Очень удобные, между прочим, эти кубики. И немножко бы еще хотелось сказать о самом составе. Белков 6%, жиры 0,7%, углеводы 1,3%, влажность, ну, соответственно, по максимуму 86,9%, и золы 0,9%. Вот, в принципе, на этом и все, что хотелось бы сегодня сказать. А теперь хотелось бы вам все это дело показать. И для этого мы сейчас выдвигаемся к аквариумам. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.